Привет всем, приехал в Тирупати. В 4 утра приехал, уже 6, 2 часа сидел на вокзале, заряжал телефон. Но здесь толпотворение, и на вокзале с 4, и на улице возле вокзала вечное, вечное столпотворение. Все куда-то движутся, даже в 6 утра. В этот раз я снял комнату на 4 дня недалеко от вокзала. Ну, просто я подумал, что туда рановато приходить в 4, да и в 6, наверное, еще рано. Короче, стоит где-то 530 рублей в день. Или 630. Наверное, 630, потому что 2500 получилось за 4 дня. Сейчас посмотрим. Короче, нужно немножко пройти прямо, потом направо, потом третий поворот налево. Вот так, а тут что-то строится большое, вон какой-то подъемный кран. Все уже завтракают, я смотрю, чем-то вкусным. Не знаю, правильно я пошел или не очень. Надо посмотреть навигатор. Это Гапурам уже вход в Говиндараджу с вами. У меня здесь где-то рядом моя получается гостиница. А вот здесь уже поют какие-то песни про Говинду в храме Ханумана. Вот нашлась моя гостиница, похоже. Шри Говиндараджа с вами резиденции. Вот так она на самом деле называется. Написано, что комнаты 500 рупий стоят. Но, видимо, Booking еще берет себе комиссию там 130 рупий, поэтому у меня дороже получилось. Ну что, как и ожидалось, все еще спят. Вот сижу здесь в ресепшене. Зато можно воды набрать, пока спят. Ну, здесь получше, чем на вокзале. Даже можно телефон зарядить, если что. А то на вокзале там, конечно, такой тамасок. Здесь поспокойнее сидеть. Вот такая вот микрокомнатка получилась, которой кроме вентилятора на потолке и кровати больше ничего не помещается. Ну вот тут еще такой телевизор и подобие стола. А душ-то, душа даже нет, есть только краник в стене. Ну и вот туалет. Краники в стене, душа нет сверху, чтобы лить. И, короче, в туалете окна никакого нет. Но там есть какая-то вытяжка немножко, которая никогда, вероятно, не работает. Ну-ка. Ну, хоть свет включается. И все хорошо. А окно из комнаты выходит в коридор, так что свежего воздуха тут немного. Ну, что ты будешь делать?
И я не заметил, что там еще 12% комиссия у них. Поэтому комната не 2500 за 4 дня, а 2800. А 2800 это уже 7 на 4, 28. Это значит комната по 700 рублей. По такой цене я снимал хорошую с окнами комнату в прошлом году. Вот такие дела. Поднялся на крышу, посмотреть, нельзя ли тут просушить что-нибудь. И вот такой гапуром прямо рядом с моей гостиницей. Это все еще тот гавендарадж. Кто знает, что означает этот лев или дракон? Всегда он наверху над божеством Южной Индии, над гапурамами. Вот кто знает, напишите в комментариях, что это означает. Все, я помылся и решил, не теряя времени, сразу ехать на Тирумалу на автобусе. На даршан, конечно, сегодня не пойду, но пойду на завтрак. Вот такие крутые автобусы пустили теперь на Тирумалу с кондиционером, стоит 110 рупий. Такси стоит 600 рупий, если на такси ехать. А обычный автобус я не нашел, где он отправляется. Подъемом на Тирумалу автобус останавливается внизу, и чтобы купить билеты, билет стоит 110 рупий. А если покупать сразу туда и обратно, тогда получается вроде как дешевле, но я не знаю, я только туда брал. Назад попробую обычно взять, не IC. Следующее препятствие. После покупки билета нужно еще пройти через чекпост. Они там проверяют рюкзаки, чтобы на Тирумалу ничего не завезли лишнего. И самое главное, запомните номер вашего автобуса. У них там впереди пишется номер. Потому что потом можно не влезть ни в какой другой. Может, обратно пойду пешком, чтобы еще сэкономить 90 рупий. Оказывается, эти автобусы с кондиционерами, они 100% электрические. Не загрязняют окружающую среду. Еще мне понравилось, что у них все окна, это выход, как называется, экстренный выход. Может, одно только окно, не экстренный выход. Все остальные экстренный выход. Обычно наоборот. Одно экстренный выход, и все остальные нет. Ну вот, короче, стоим в очередь теперь, чтобы пройти проверку. Раз уж я взобрался за 110 рупий сегодня на Тирумалу, то самая главная часть моей сегодняшней программы – это хорошо покушать. Поэтому первым делом я иду на просад. Он с 8 до 10.30 завтрак. Вот надо будет позавтракать, потом уже все остальное. Еще 40 минут как раз осталось. По такой очереди проходим на завтрак.
все знакомые нам залы. Холл номер один. Холл номер два. Так тут происходит раздача. Все быстро занимают свои места. Здесь можно помыть руки перед едой и после. И все. И идем занимать какое-нибудь место. Очень острый получился просад, потому что мне риса один раз только положили, добавку, ну, я медленно жевал. Добавку рису не добавили, а подливки эти такие острые, что они без риса просто огонь. Ну, теперь до обеда можно тут гулять, потом еще раз пойду поем. Самое главное – это хорошо покушать. Так, смотрим, что происходит возле храма Баладжи. Сытые паломники ходят тут кругами. Здесь вот храм Хаягривы, там храм Радха Кришны, здесь храм Варахадева, здесь вот Кунда, сейчас покажу. Как-то она называется Пушкарини, что ли, Кунда. Короче, у меня отключили блок. Не успел я оплатить домен. Его отключили. Поэтому вся информация сюда идти потерялась. Вот здесь Пушкарини Кунда. Вот он, главный гопуром храма, там за стеной уже сам храм находится. Не знаю, пропустят тут обойти вокруг или не, вряд ли. Ну, чтобы обойти вокруг храма, нам не обязательно вот туда, вот через эту веревку ломиться. Мы можем обойти с той стороны. Есть.
Сегодня я специально поднялся, чтобы пофотографировать и поснимать. Потому что когда я пойду в следующий раз сюда на Даршан, то я уже не буду брать с собой камеру, телефон, чтобы без лишних проблем попасть. А то еще придется сдавать куда-то, потом искать, где забрать. Вон вы видите впереди, там, в этом балкончике, это идет очередь на Даршан. Им уже совсем чуть-чуть осталось, и они на Даршан. Что-то так жарко стало, и уже не хочется такого острого обеда. Думаю, может уже вниз ехать.